Здравствуйте. О, как смешно. Чарлик охраняет наш дом. Какой молодец. Лежит на крыльце. И не хочет гулять по двору. Долечка гуляет, а Вильчик, как всегда, под ворота. Что-то уже такое потепление стало, что страх. Тепло, и не поймешь эту погоду. Трава уже начинает подрастать. Ну, я не думаю, что ее надо обстригать. Не буду я, наверное, газон обстригать. Так и оставлю. Но говорят, что долго не будет потепление, потом похолодает. Розы наши стоят. Обмотали их хорошо. Так что уже морозы нам не страшны. Светланка смотрит телевизор. Я вышел на улицу покурить. И наши мальчиши выбежали тоже побегать. Что-то Чарлик не хочет. Лёхи лежит. Чарли, вставай. Надо будет, наверное, на зиму стол накрыть, когда будут морозы. У нас есть такой специальный чехол с брезента, то можно накрыть. Он так накрывает, и стулья тоже накрывает вместе со столом. Ну, посмотрим еще. Снега нету, как говорится, и мороза тоже. Вильчик! А ну, иди сюда. Вильчик забился возле ворот, потому что ждет кота. Светлана оставила... А, кот уже поел. Светлана оставляет коту покушать. Он всегда приходит в такое время. И он постоянно, Вильчик, бежит и смотрит за котом. Артист. Раньше за кроликами смотрел, а теперь за котом. О, уже Чарли проснулся. Лежал под порогом. Теперь уже он пошел к ним. Чарли больше такой спокойный стал. Вытянулся. Ну, высоту не растет, а в длину растет. Ага. Посмотрел, что там еда есть. А кот уже съел. Артист маленький. Долечка, гуляй. Сейчас пойдем в хату. Пока погода хорошая, то можете себе гулять на улице. Потом уже начнутся морозы, то будете дома сидеть. Так, артисты маленькие. Чарлик с Долечкой гуляет. Не знаю, или Чарлика стоит кастрировать, без понятия. Посмотрим, пока он с Вильчиком нормально себя ведет. Может, когда подрастет, но пока нормально, посмотрим. Если будут какие-то проблемы, то придется кастрировать его. Увидим. Еще пока не решили со Светланкой. О, он уже пищит, хочет домой. Странно. О, как просится домой. Никогда так не просился. Уже скулит. Чарли, хочешь домой? Скулит сидит. Ты же никогда не скулил. Всегда первый на улицу выбегал, а теперь уже скулит под дверьми. Ага. А он же сарай забыл. Ему в хате намного лучше, чем в сарае. А с будкой нас, да, с будкой нас конкретно обдурили. Взяли деньги. И реклама пропала на этом сайте. Я не знаю, где Николай нашел. Ну, что сделаешь? Вот такие аферисты. Так что будку придется самому делать. Ну, ничего, я уже освобожусь, как говорится. Будет больше свободного времени, то тогда я уже будочку сделаю ему. Будку поставлю
А там он захочет, будет будки, не захочет, будет дома. Не проблема. Лабудочку сделаю. У меня там еще осталось утеплитель, то лучше сам сделаю ему, утеплю. У меня еще доски есть. Будочку хорошую можно сделать. Потеплеет там. О, уже кто-то там пришел. Или кого-то увидели. А, соседская собака лает. А, Доля вздуха. Сразу убегает. Доля лает, сразу убегает. Кто там пришел? Кто? Взять его, взять. Чужой, взять его. О, Вильчик, какой молодец. Чарлика учит, как надо охранять. Видишь, Доля? А Доля боится. Доля сразу ко мне убежала. Один Вильчик смелый. Иди, Чарлик, помогай Вильчику, помогай. Кто там пришел? Молодец, Вильчик, молодец. Хвост пистолетом у Вильчика. Ну, пойдемте, ребята, домой. Пошли, пошли домой, пошли. Доля уже сгорбилась, замерзла. О, съежилась. Долечка, замерзла, аж мороза нету. Да, она первая домой бежит. Пошли, Чарлик, пошли. Пошли, Вильчик, пошли, молодец. Пойдемте домой. Пошли, малыши-карандаши. Малыши-карандаши, кто первый домой? А вторые двери закрыты. Бегом. Быстренько. Побежали, ребята. Ну, какая вкусняшку Светланка сделала. Айва, да? Сейчас хочу. Ух ты. Пару штучек, которые остались, я хочу попробовать джем сделать с ним. Сегодня будешь делать? Ну да, вот возьму скороварки с сахаром хорошо переварю, а потом блендером и закрою по форму. Мам! А ну зови. Ну а я зову, я уже звала, она телевизора не может оторваться, я что сделаю? На целый день в телевизоре. Красивое оно, на вкус тоже, наверное. Вкусные, правда? Угу. Можно одну попробовать? Конечно. Нет, не добавила сахара. Можно и мед добавить туда. Так же? А? Ну, говорят, что... Я помнила, там одна блогерка, она сама, она говорила, что ей намного больше нравится айва печеная, чем я. Ну, может быть, ну вкусно. Я скажу, что неплохо. Мне кажется, сверху бы мед и вкуснее было бы. Я больше люблю такую сладкую. Чарлик, успокойся. Ее, представь себе, вот эти дольками режут, например, кашу сварили, сверху дольки порезали ее, или так просто сделали, а сверху сметана тоже едят, очень вкусно. Сливки, с мороженым ее едят. Режут сверху, режут кубиками, а сверху белое мороженое. Ну да. Это как десерт, очень вкусно. Сейчас я сделаю еще джем. И все. И попробуем джем. Если будет хорошо, получится вкусно, то можем... Ты будешь постоянно делать, а? То можем и разлить по формам. Она потом режется, как мармелад. Очень вкусно тоже. Нравится, мам, тебе? Чи яблоки вкуснее? Яблоко. Че, это тоже вкусно. Свой такой вкус. Ну, то, так, кто любит айву, кто любит айву. Кто любит яблоки, кто любит яблоки. Ну, Светланка сделала, что это такое, варенье, да? Джем. Джем такой. А с какой мне можно пробовать? Стеклянной или с этой? Какой попробуешь, такой будет. Светлана сказала, можно попробовать. Ты знаешь, оно больше похоже, как груша. Да? Угу.
вкусно. Такой вкус, как с груши, я знаю. Не, хорошо, надо будет купить побольше, да? Ее долго не варила в скороварке. Ее отварила минут 10-15, и потом ее перебила блендером. А, ты долго не варила? Нет. Ну, вкусно, получилось вкусно. Если бы я долго варила, она была бы темная, стала бы, темная-темная. Надо будет еще купить. А это что ты варишь? Суп гороховый. А, чтобы нам тепло было? Да, иду я. Это хорошо. Наверное, сорву. Кого сорвешь? Петрушки пойду в огород сорву. Сейчас я тебе сорву. А чего? Я сама пойду. Я сам сорву. Ну, конечно. Ты сейчас мне там на подъеме сорвешь. Я фонарик возьму? А. На улице свет включаешь, там фонарик, этот прожектор, крас, бьет прекрасно. Прекрасно бьет прожектор. Который у меня под ногами. А-а-а. Дулик. Это Дулик. Дулик, ты сегодня мясо наелась, как никогда, наверное. Доля, да. Сегодня аж облизывается, мясо наелось.